Лодочный мотор Хайди 9,8 двухтактный. Обзор комплектации. Мотор идет в коробке. В комплекте бак 12 литров. Шланг с грушей для подключения бака к мотору. Запасная крыльчатка. Масляные пробки. Масляный винт. Веревка стартера. Чека безопасности, набор инструментов, инструкция эксплуатации на русском языке, сам мотор, черный корпус. На моторе установлен винт шаг 8,5. Повесили мотор на стойку, сделаем внешний обзор. Так мотор выглядит под капотом. Двухцилиндровый 9,8. С 2018 года на всех моторах Хайди 9,8, 9,9 уже установлен счетчик моточасов заводской. Тахометра здесь нет, только счетчик моточасов.